Всем привет! Сегодня открытие кейсов, открытие рулетки с багги и плюс еще 100 классик кейсов. Так, сразу же переходим в рулетку с багги, лайки спин, и поехали. Я уже два раза по 10 UC крутил, ну, теперь уже добить. Тут еще скидончики всякие, купончики. Так, ага, классик. У меня вообще 100 классик кейсов, но я думаю, что с такими темпами их будет больше. Еще очень рассчитываю на то, что попадают движки. Движки нужны. Собственно, вот так вот первая десяточка практически пустая. Поехали дальше. Еще скидончики, купончики. Опять классик кейс. Еще классик кейс. Вообще, возможно, мне, может быть, багги выпадет раньше. Хотя, вряд ли. Но тут на соточке кейсов это гарант. Так что, поехали. Просто поехали. Серебро. Часть купонов. 5. Даже только один двигатель упал за все это время. Не особо радует, конечно, но что делать? Поехали дальше. Ладно, пропускаем. Парашют упал. Ладно. Пусть будет. Так, пропускаем. Оп. А вот и она. А вот и она. Окей. Вот так вот. Быстро, просто. До гаранта. Что? Ну. Тогда план Б. Идем, значит, в кейсы. Идем сюда. Идем вот сюда. И крутим УАЗ. Если еще и он до гаранта упадет. А он упал до гаранта. То это будет вообще круто. Ладно. Ладно. У меня еще 2700 UC. И что мне с ними делать? А пойдем вот сюда вот тогда покрутим. Может, тут даже что-то упадет. Ну-ка, пропуск уберем. Двигатели падают. Это хорошо. Давай. Ящичек падает. Ящичек падает. Еще двигатели. Давай еще десяточку. Ну, как бы. Давай еще. Вообще пусто. Ладно. Что у нас тут есть? Давай-ка вот эту вот десяточку откроем. Посмотрим, мало ли. Может, какая-нибудь пушка дропнется мне? Было бы очень круто. Ну-ка. Да ладно. Ладно. Но это прям сильно удачное открытие на 5000 UC. Да. Окей. Гарантом висюлька. Я понял. Хорош. Мне понравилось. Так, ну и что? Переходим, собственно, в классику. Еще 7 кейсов. Итого 115. Ну и пошли открывать, что ли? Что, у меня загадано на ледник?
Нет, конечно. Вообще ничего не загружено. Ну, естественно, я рассчитываю на ледник. Если он мне еще и он упадет, то это вообще просто будет пушка-гонка, а не открытие. Давай с пропуском, что тут? Что тут тянуть? Это же классика. Все-таки классика, она такая. Ладно, давай десяточку просто без пропуска. Посмотрим анимацию. Все-таки разработчики старались, рисовали. Да, вообще ничего не падает с этой классики. Не, пустота. Просто пусто. Просто ничего. Все одно и то же. И все это, скорее всего, у меня даже уже есть. Что падает. Да. И это вроде тоже есть. Это не факт, что есть. Ладно, но зачем? Оно мне не нужно. Еще какая-то шляпа. Сколько у меня там вообще еще кейсов? Интересно. А, ну все, осталось 5 кейсов, получается. Отправляем все в клан. И давай по одному, по-быстрому. Ну, вот, собственно, и все. С классик кейса, как ожидалось, ничего отдельного, собственно, не упало. Че еще сказать? Ну, собственно, теперь у меня есть баги, есть УАЗик. Я считаю, это прям успех. Сразу же давай их прям ставим. Вот так вот. Так, могу ли я ее улучшить сейчас? Сколько у меня двигателей? Как раз до продвинутого вида. Улучшаем. И еще 8 двигателей надо на килчат. Ну, это потом уже как-нибудь в следующих открытиях, в следующих видео. Я надеюсь, что это произойдет побыстрее. Ну, а там, собственно, посмотрим. Ну что, собственно, на этом всем открытие закончилось. Мы переходим в катки. Приятного просмотра.
I need attachments. Thank you.
Awesome. I got supplies. All right. We are number one.
I got supplies. Awesome.
awesome. Awesome. Awesome. Victory belongs to us.